Есть рыбочка. Кто это у нас? Мистер Лещ. Мистер Лещ. Сейчас 20:38. А, уже потемнело. Дали воду. И у нас... Пока есть еще не гигант. Не гигант, но уже достаточно достойная рыбка. Клюнулся стрелом. Причем, что характерно, вот два червячка длинных присели. То есть рыбка действительно реагирует на крупнофракционную насадку. Судя по тому, где у него крючок. А нет, крючок все хорошо, поводок нормальной длины. Правильно подобранный. Да, отлично, в нижнюю губочку все четко. И он уже в саду, в садке пошел занимать места поудобнее. 20:40 у нас на часах, уже стемнело. Видим опять несколько поклевок. Что мы делаем сейчас? Какая у нас снасть, на что мы ловим и что у нас сейчас на дне происходит? Я смотрю, что постоянно то ли катит катушку, да, дали воду. Да, да, да. Значит, ситуация какая? Дали воду, течение, естественно, усилилось. И сейчас у меня же кончик триунцы загибает достаточно хорошо, и кормушка 60 грамм находится, в общем-то, на грани фола. То есть буквально это хорошо, когда удается подобрать такой тест кормушки, чтобы вот она вот-вот, ее практически уже начинала перекатывать течением, но если лещ только тронет насадку, кормушку тут же срывает, дергает за губу ему, и получается самозасечка. Самозасечка. Да, и вот этот долгожданный отстрел. Очередная поклевочка с отстрелом. Рыбулечка забровой. Оп, приподнял его чуть. Есть. Более крупные насадки начинают рулить. Рыбки начинают ловиться покрупнее. Опача. До папы. Так, уже веселее. Ух-тю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 х. Ха-ха! Брат! Ну ладно, такой кадр запорол. Я же с тобой хотел... Я же думал, ты озерный, а ты речной. Ох. Какой, да? Вот такой вот клюнул красавчик у нас. Не самый большой. Бывают и покрупнее, но тем не менее. Мистер Лещ начинает заходить к нам на стол. Чуть обляпался, чуть залился. Продолжаем. Два червяка, точнее червяк порванный напополам. Опарыш в качестве подсадочки, чтобы червяка не стягивало. Ну и поклевки не динамичные. 2-3 минуты приходится ждать. Ну, все-таки ночь. Рыбке нужно найти насадку. Вот. В корм обязательно резанный червяк, опарыш и горох. То есть резанный червяк днем не работал. Он тут же вставлял ерша. Белая рыба выключалась. А сейчас, вот как бы, когда под пологом ночи мы находимся, вот как раз подлещики и лещики реагируют на него как нельзя эффективно. В двух словах так. Поводок я укоротил. Сделал 60 сантиметров. И сделал диаметр так пожестче достаточно, чтобы, ну, на всякий случай, мало ли, все-таки это большая река. Сильная, здесь всякая рыба ловится. То есть может и двушка клюнуть. Вот. И когда такая удача вдруг меня постигнет, чтобы быть готовым к этому. Посему лесочку я поставил 0,14 на поводке. Однозначно толще, чтобы быть уверенным. В общем-то, судя по тому, что рыба продолжает клевать, такой достаточно толстый диаметр по спортивным меркам не вредит статистике поклевок. Так что можем продолжать. Крайне важно, и хочу на это обратить внимание, это подход к насадке. То есть червяка имеет смысл насаживать после того, как ты его насаживаешь, какую-то из его частей имеет смысл, ну, оборвать или отпустить, чтобы из него начало сочиться его внутреннее содержимое. Это работает по рыбе лучше, чем, возможно, какой-либо
дип из всех, которые существуют. Потому что вот этот естественный запах навозного червяка, он потрясающе привлекателен для мистеров лещей и другой рыбы. Я надеюсь, что принесет нам еще несколько поклевок. Стоило на 5 минут выйти из кадра для того, чтобы пропустить мистера леща, да? Я думаю, что тот самый мистер лещ еще впереди. Это пока ведь был такой мистер подлещ, юнец без усы. Уже второй или третий? Третий. Вот. Ну и всего-навсего у нас-то делов-то 15-10 минут. Да, только все начинается, только все начинается. Поклевки неспешные, я утяжелился, поставил 80 грамм 80, кормушечку. Уже 60 поменял на 80. Да, уже задувает стечение сильно достаточно. А для леща вот такой важный момент, например, когда ловишь густеру, плотву, и когда после заброса кормушка с некоторыми интервалами перекатывается, это очень полезно. То есть реально по густере, по плотве, по сенцу это классная тема работает, потому что она создает анимацию вот этой катящейся кормушки, она поддергивает насадку, и поэтому происходит поклев. Но лещ, он такой не очень любит. Лещ все-таки любит статическую насадку. Поэтому я сейчас поставил 80 грамм, она стоит намертво. Вот. Но течение такое, что вот на 80 грамм в данный момент, то есть лещ колется, дергает, и отстреливает кормушку со дна, ее начинает тоже катить. И поэтому как бы эффект сохраняется. Вот это именно классическая лещевая поклевки, когда чуть идет прижим, а потом отстреливает как бы кончик назад. Он выпрямляется полностью. То есть очень так визуально ярко это смотрится. Я отлично понимаю, что ночные условия и темп, динамика клевая вряд ли дадут нам возможность показать эту всю красоту. Но тем не менее это будет дополнительный стимул для многих рыболовов попытаться увидеть это воочию. Попробовать и отправиться на ночную рыбалку. Да. Давай с тобой поговорим о том, как правильно закрепить светлячок на удилище, на кливере. Да, это, кстати, достаточно интересная штука. Существует масса разных концепций закрепления. Вот. То есть еще большее количество приспособ. Да. Особенно мне известно миллион случаев, когда именно этими приспособлениями кливер ломается. Вот такие фиговины всякие, да, вот типа. Потом там еще стоунфа делают, всякие козе-базе, такие непонятные. То есть, в чем смысл? Задача минимально утруждать кювертип. Вот, например, сейчас мы ловим в реке, да, я использую достаточно грубый кювертип. Там у меня там сейчас стоит там 3 унции, да. Могло стоять 4, 5, 6 унций. А предположим, представляешь, у нас была бы сейчас ночная рыбалка где-нибудь на озере, на водохранилище, там, на малой реке. И мы бы использовали кювертип там унцию, полунции, там, полторы унции. То есть, тоненький, изящный кювертип. Который бы, вот, например, квертип 0,75 унции под весом вот этой штуки, он будет просто сгибаться, плюс еще светлячок. То есть, как сделать максимально деликатное вот это вот крепление светлячка? Для этого необходимо... Так, это у меня вот... Вот у меня, по-моему, целый светлячковый комплект. Вот. В комплекте к светлячкам идет такая штука, как силиконовая трубочка. Многие рыболовы, естественно, недоумевают, но для чего она нужна. Сразу выбрасываю, да? Да. А на самом деле у этой трубочки есть свое предназначение. Что происходит? Мы берем светлячок. Ну, готовим его, там, например, к использованию. Ага, этот светлячок made in China, поэтому он... Покупаешь два, светится один. Надеюсь, со вторым нам повезет. Так. О, повезло. Разламываем, надламываем, выравниваем. Равномерно, если его потрясти, распределяется эта светящаяся жидкость внутри светлячка. Вот он. У меня лежит на колене. Далее мы берем вот эту силиконовую трубочку. В зависимости от того, какие кольца квертипа используется 3 мм кольцо, 3,5, 2,2 мм, 2,5 мм. Под это имеет смысл подбирать светлячок. Например, вот этот светлячок для изящного колечка. Здесь 3-миллиметровый. Силиконовая трубочка имеет 3 мм диаметра. Берем ножнички и аккуратно отрезаем, ну, кембрик размером, ну сколько здесь? Миллиметра, наверное? Ну, максимум 2. 2. 2-миллиметровой толщины кембрик. И второй такой же точно.
Перед тем, как монтировать оснастку, до того, как мы провели в преддверии ночной рыбалки шнур в кольцах вертипа, мы просто-напросто надеваем вот эти вот силиконовые кембрики на квертип, то есть на колечко, на первое колечко, да, на кончик квертипа. То есть, если не надевается, можно снунявить, натягивать, он достаточно так проблематично надевается, но тем не менее надевается. И получается, что мы надеваем от первого до второго кольца квертипа два этих кембрика, и потом между ними нам остается точно так же, наснунявив, вставить вот этот наш светлячок. С одной стороны и в другой силиконовый кембрик с другой. Вот. И получается, что у нас очень-очень-очень изящный такой тонкий, без лишнего веса, без лишних возможностей для зацепа. Получается светлячок, смонтированный на кончике. Вопрос по использованию на ночной рыбалке электронных сигнализаторов. Насколько это актуально? Ну, в контексте ловли крупной рыбы, 3+. Например, карп на коммерческих водоемах на флеты. Я лично использую даже днем сигнализаторы, потому что бывает, что ловишь в глухих местах с зацепами, когда вот наша последняя рыбалка, ты помнишь, буквально 3 метра влево, 3 метра вправо, и все, рыба уже засела намертво в цепи. Поэтому там приходится буквально сидеть на удочках, и сигнализатор очень нужен, чтобы хоть на секундочку можно было оторвать глаза от кончика удилища. На ночных рыбалках по карпу, конечно же, да, если ловишь на фидер, на флоты. Но вот по такой рыбе, как лещ, по белой рыбе, сигнализатор абсолютно не нужен. То есть здесь идентификация происходит по кончику удилища, светлячок максимум. По той простой причине, что мощность подтяжки рыбьей, ну, она не настолько велика, чтобы даже треснул фрикцион, очень редко. Даже очень крупные лещи, там за 2 килограмма, большие лещи, они порой, нрав у них такой, что они не стягивают такое количество лески, чтобы запиликал сигнализатор. Сам принцип работы его построен на том, чтобы леска проехала по валику. Понятно. А у нас все опять начинает рва, да? Да, у нас течение достаточно сильное, оно поднялось и начинает волочить вот сейчас вот эту осеннюю, отрывающуюся уже куски водорослей. Отмирающую траву. Да, да, да. Но это хороший знак для любителей хищника о том, что пора собирать снасти и выходить за хищником. Я думаю, что еще неделя или вторая, и можно уже заниматься береговой ловлей хищника. Да. Кстати, такие рыбы, как карп, лещ, сейчас тоже становятся хищниками. Вот осень – это то время, когда очень часто на маленькие вертушки попадаются лещи и карпы у спиннингистов в уловах. Вот. Недавно один знакомец рассказывал на одном полудиком водоеме, говорит, я забросил на маленькую рыбку, на живца, на судака, а в итоге поймал карпа 16 килограмм на вот такую рыбулечку. И вываживание, как он делал? Я даже не представляю. Два дня хотел. Я понимаю, что он нафантазировал по-любому, скинул еще этому карпу минимум 10 килограмм веса, и все равно 6, все равно прекрасная рыба на живца. Вот. То есть с поправкой даже все равно впечатляет. Так, ну что сегодня произошло? Мы вначале закормили точку на расстоянии 35 метров от берега. Кормили подбором ингредиентов и прикормки, и насадки. После чего опять вернулись на расстояние заброса где-то 40-45 метров на площадку более с илистым дном, да? Можно так сказать? Ну да. Песчано-илистый. На пограничный там на участок. Пограничный переход участок, да. Песка на ракушку. Отловились там, попробовали половить там, да? Да, поискали, погуляли. И под конец, под вечер, под ночную рыбалку мы опять вернулись на исходную точку практически, на вот эту вот границу, да, где у нас песчаночка и дрейсена. И это находится дрейсена. В канаве, в углублении. В углублении, в канаве, да. В принципе, это принесло свои какие-то уже результаты, хорошие результаты. Мало того, что поклевка, да? Не-не-не. Нет. Мало того, что работа с ингредиентами дала понимание картинки, что нравится рыбе в данный момент, в данное время года. Это красный червь. Ну, по камеси на красный червь рыба реагирует лучше всего, если мы говорим о леще. Мотыль в корме не лучшим образом работал, да. Опарыш неплохо себя зарекомендовал по легкой рыбе, по густирочке, которую мы ловили в начале. Что у нас еще?
горох в обязательном порядке. Да, горох рулит, как всегда. Горох никогда не бывает лишним, по крайней мере, он точно не выключает точку. Начинать нужно всегда с простого. Начинать с патерностера. Патерностер, по-моему, это самый такой распространенный вид ловли на фидер. Он более-менее простой, понятный. Поклевка рыбы четко передается на кончик фидерного удилища. На течении, да. На течении. Квивер четко показывает. Происходит самозасекание рыбы. Что, в принципе, при использовании других монтажей, самозасекание немножко слегка осложняется и требует от фидериста, ну, скажем так, большего профессионализма. Большей внимательности, большего профессионализма в использовании других оснасток. Используем мы вставку из штекерной резины. Ох, цыгане едут. Ляпис Трубецкой. Ляписы цыгане едут по Днепру. А у нас проезжают цыгане под песни Ляписа Трубецкого. На большом катере. На большом катере. Вечер удался. Вечер продолжается. Мы еще никуда не уходим. Мы еще ждем большого мистера леща. Мы его продолжаем ловить. Совсем за небольшую плату, за небольшой гонорар цыгане и Ляпис нанимаются нами для того, чтобы руслового леща отгонять с русла в береговую зону, конечно. Да. Цыгане своими бубнами гонят леща на нас для лучшей поклевки. И нам веселее, и лещ под боком. И цыганям неплохо. Да, ночная рыбалка, такая тема вообще. Ой-ой-ой-ой, такое бойкое, слушай, а что это? Мистер Лещ. Опс. Хороший. Мерзли. Мерзли, уже подмерзли так капитально. Эч, да, уже не лето. Чуть-чуть крупнее. Вон какой. Ну это уже сколько он по весу? Ну, грамм 500-600. Грамм 500-600. Уже лучше. Взял? За нижнюю губочку, все аккуратненько. Все по феншую, да? Да. На мотылика с опариком. Вот какой красавчик. На мотылика с опариком это уже последний заброс у тебя был. Да. Супер. Лещ укрупняется. Но рыба теплая, вот он такой теплый, не холодный. То есть вода там в придонном слое теплая. Обычно вот бывает, когда рыбу с холодной воды ловишь, прям ее достаешь, она такая ледяная, аж обжигает руки. А здесь такая рыбулечка тепленькая совсем. Да не, может быть больше в нем даже, может, грамм 700. Обслюнявил поводок? Ну, конечно, как же без этого. Будем продолжать работать так же, мотыль? Да, вот ну, на мотылика вот клюнуло, поэтому просто пучок мотыля, 7 мотылей и 2 опарыша. То есть достаточно крупная насадка. У меня единственный мотылик миленький, поэтому у нас процесс насаживания такой утомительный. Но что поделать. И в кормаке у нас сейчас? Опарик, горох, прикормка. Уже идет пар. Все холоднее и холоднее. Да, уже свежо так. Уже я начинается уже... свежо, уже первое дыхание уже осени даже надел. Чувствуется. Поддевку пододели, утеплились по максимуму. Поэтому, друзья, отправляясь на рыбалку, помните, что теплая одежда никогда не будет лишней. Как говорит Паша Зибров в календаре рыболова, лучше 7 раз потеть, чем 1 раз покрыться инеем. Дай пару советов нашим зрителям, рыболовам, кто отправляется на рыбалку в своем городе, на такую же прекрасную реку, как и у нас. Она течет еще по многим городам. Современная рыбалка – это непаханное поле экспериментов. И в этом вся ее прелесть. То есть, вот знаете, вот есть люди, любят разгадывать кроссворды, сканворды, там всякое такое. Вот есть много очень увлекающихся ребят, которые любят все вот эти загадки, читать детективы, смотреть детективы. То есть вот этот момент поиска ответа, он является потрясающе увлекательным, вот, и таким просто офигительным ощущением вот, искать и найти. Поэтому рыбалка современная, она является непрерывным процессом получения вопросов и поиска ответов. Поэтому ну, лично для меня это стало так, и я скажу вам, что как только начинаешь воспринимать рыбалку именно таким образом, то есть ставятся задачи, вот как здесь поймать рыбу, вот так, и начинаешь искать, и в итоге, когда получается,
ловишь себя на мысли, что ты получаешь колоссальное удовольствие. Пусть эта рыба, например, не гигантская, пусть эта рыба не настолько там огромна для того, чтобы делать селфи в Фейсбуке. Но для каждого размера трофея свои. Да, но как говорил Антон Павлович Чехов, бывают большие собаки и маленькие собаки. И маленькие собаки никоим образом не должны стесняться существования больших. Вот. Я просто к тому, что у каждой задачи есть свой результат. Ее нужно ставить перед собой и решать самым лучшим образом. Именно этим мы сейчас и занимаемся. Решаем следующим образом, как нам поймать мистера леща. Два у нас уже в каемке. И я думаю, еще самый большой экземпляр у нас впереди. Да, нужно же поймать такого, что вот да. Катер свадьбу везет большой корабль, чтобы невеста закричала: «Я хочу посмотреть, какого размера леща он поймал!» и сиганула за борт. Да, в свадебном платье и плыла в нашу сторону. Приплыла сюда и получила леща. Сердце радуется, когда есть такая река, есть такое место. Ты можешь, буквально выйдя из дома, пройти 15-20 минут и очутиться на прекрасной набережной, где можно всегда половить успешную рыбу. А разгадав секрет поимки хороших крупных экземпляров или выполним поставленные перед собой задачи, ты получаешь полное моральное и душевное удовлетворение. Ребята, смотрите программу «По простому о сложном». Мы будем искать ответы на все ваши интересующие вопросы вместе. Спасибо за то, что были с нами. Спасибо Сереже Попову. Рыбалка forever! Ну что, друзья, отличная рыбалка. Красивая. Такая какая-то таинственная, как и все рыбалки ночью. Что могу пожелать? Желаю вам хороших уловов, эффективных рыбалок, классных. И самое главное, не забывайте соблюдать норму вылова, а лучше отпускайте рыбу, потому что рыба, которую убил и съел, больше у тебя не клюнет никогда.